Всем добрый вечер. Кого может вечер, кого утро. Ну, факт то, что видео спонтанно так получилось. Такая покупка. Сегодня приобрели PlayStation 4 с таким набором игр. Вообще так получилось. Спонтанно все поехали покупать телефон жене и взяли плойку четвертую. Это слимка, три игры в комплекте. Плюс еще нам подарок пришел такой джойстик тоже. Все по цене приставки. Еще сейчас посмотрим, там, по-моему, еще подписка. А вот. Плюс подписка на PlayStation Plus. Сейчас будем вскрывать, смотреть, что внутри. Тоже ждала свою очередь. С целого обеда, блин, до самого вечера, пока все положили спать. Сейчас мы с моим помощником вскроем ее, посмотрим, что внутри, комплектацию. Что пока не поснимаешь, наверное, мы будем вскрывать. Так, начнем, наверное, непосредственно с приставки. Она тоже видно была все. Коробка находится. Внутри у нас еще одна коробка. На этой стороне просто коробки. Реклама игры, какая-то техническая документация, правда? Ладно, сейчас будем вот она вскрывать, что-то не смотри. Вот тут у нас непосредственно находится приставка сама. Вот она. Игры, которые шли в комплекте. Синий горизонт, один из нас и Детройт. Так, сама приставка. Это вот подписка на 3 месяца. PlayStation Plus. Так, и тут у нас открываем коробочку с другой стороны. Тут у нас спряталось. Что-то спряталось. Так. Тут у нас HDMI шнур. Руководство. Ты снимаешь это тоже? Это руководство. USB кабель на подключение джойстика. Еще одно руководство. Сейчас они их понапихивали. О, такой вот геймпадик. Все запечатано на целлофанке. Да, прикольно. После второй Соньки в руках держать. Геймпад четвертый. Так. Такой дальше у нас тут спряталось. Гарнитура, стандартная моногарнитура, и силовой кабель, подключение непосредственно, они оставили все как есть. Так. Все, больше ничего нет у нас. Непосредственно самая изюминка этого торта. Упакованный деньги. Плойка. Блин, достаточно такая в руках весомая. Тут у нас с одним планом Ethernet подключение, HDMI. Это я не знаю, что за выход, еще не знаю. Питание самой приставки. Это, наверное, USB или что-то такое, без понятия. Тут у нас что-то
Это написано HDMI, Dolby Digital, Blu-ray привод, два USB разъема, сам DVD-ROM непосредственно привод. Сбоку что-то. Не знаю, что-то еще есть. Вот она. Свинка. Свинка, 1 терабайт жесткий диск. Да. Содержит 3 игры. Это в комплекте, который что надо сделать. Вот такая вот комплектация такая получается. Это от 16. Ну да. 16. Так, это 3 игры. Это 18. 3 шнура. Телефон. Так, ну меняемся. Так вот, так вот, вот комплектация шнуров, плойка сама, три игрушки. Не знаю, может там в комментариях кто-то напишет. Так, я не знаю, по акции сказали, прошли игры. В комплекте вот этот вот еще один DualShock вот такой прошел. Все по одной цене приставки. Ну и подписка. Подписка на 3 месяца. Все. Следующее видео будет непосредственно подключение, испытание, там, проверка каких-нибудь игр. Всем, кому интересно было видео или там желаете что-то дополнить, посоветовать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, покупка PlayStation 4 в 2020 году по акции так рандомно получилось, не планово, не загадывал никто. Посмотрим, попробуем, испытаем, поделимся впечатлениями своими. Всем спасибо. До встречи.